Ой, очень красиво. Там не русалочка еще? Вон она. Количество велосипедистов, смотрите. И сейчас попрет. Очень современно. Добро пожаловать в Копенгаген. Ой, я вижу дизайн. Вот наша вторая квартира. Судя по всему, здесь живут какие-то дизайнеры. Да, да. Здесь это самый верхний этаж, такой вот пентхаус. Здесь всякие приколюхи, мансарда. Это современное искусство. Да. Современное датское искусство и дизайн. Если даже два красных человечка, мы все равно идем, да? Даже норвежцы идут? Тогда я пойду. Я просто думал, вдруг какие-то шведы или датчане. Сколько дизайна? Я сколько дизайна с Копенгагена не видел. Продолжаем тур по Осло. Вокзал. Много иммигрантов, бомжей. Вот улица пешеходная, самая известная, улица Карла Юхана. Оля с кем-то познакомилась. А что вам больше всего понравилось в Осло? Так. Мне улица Карла Джохансона. Понятно, все. Карла Джохансона. Так, Оля. Это правда, по городу очень много всяких красот. Егор. Мне коренные норвежцы понравились. А норвежки? И норвежки. А шведки? Конечно. Женя, а вам? Мне кажется, вообще Осло очень удобный город для жизни. Вот улицы, ну, комфортно себя ощущаешь, хотя мы здесь его недолго. Да, ну и, конечно, мне понравилось внутри музея, посвященному Нобелевской премии. Да. Там очень интересно. Да, мы распределили, кто какие премии хочет получить. Полина, разумеется, физику. Я, конечно, же медицину. Егор ли... Экономика. Ну и я выбрал для себя скромную, беспристрастную премию мира. Вот так. Ну, направляемся, двинем наши стопы. Поэтому Полина сейчас идет открывать новые законы физические. Да, Егор работает над книгой. Да. Я сажусь за расчеты свои. Да. Оля лечится после вчерашнего. Лечит, да. А Максим создает партию. Вот. Все это ради мира. Ради мира, братья. Отправимся вот по этому маршруту. Вот с этими людьми. Видите, как они веселятся?
залитое дождем окно можно бросить прощальный взгляд на бухту Копенгагена и обратить взор на наш уютный номер, сесть, где навестимся марафет, где сходить в туалет и даже душ принять здесь можно морской водой. Гель для душа, шампунь и мыло, и все в одном этом, в одном тюбике, очень удобно. Что, Егор, что? Ну, тут фена нет, но можно на верхнюю палубу выйти, когда голову, по-моему, так голову, и там бей. Здесь куча ресторанов, есть какой-то бассейн, сауна. Бассейн? А почему мы не взяли купальники? Ты глашом будем купаться? Бассейн там. Да-да, бассейн здесь, и просто прыгаешь, и ты в море. За продолжение нашего путешествия, то, что мы с аэропорта Шереметьево так удачно перекочевали в Ригу, прошли там сквозь ночную Ригу пустую, клубы непонятные, пельменную, потом постили хорошие, добрые, красивые номера в отеле. Город, да, номера в отеле. Потом нас встретил Копенгаген, встретил дождем, вот он плакал, но потом днем было все очень хорошо, было очень красиво. И мне сказали, что Копенгаген некрасивый город, плохой, Егор так нас расстроил. На самом деле, это может даже было и лучше, потому что он превзошел ожидания, потому что мы ждали более худшего. А теперь, фактически третий день, мы начинаем, мы плывем на корабле. Вот, уже столько всего пройдено, можно уже книгу писать. И у нас еще самый экватор, то есть сегодня среда, середина дня, вот сейчас самый экватор, самая середина. Да. Еще впереди полпоездки. Поэтому все как раз сегодня первый рабочий день, а мы где-то в море, оторванные от жизни на корабле, на котором нас ждет целое приключение, развлечение и очень интересно. Это наш капитан. Его зовут Джонни Андерсон. Он работал на принцессе. Смотрите, развлечения на борту тут есть. Можно развлечься с Джерри. Или в хорошей компании можно развлечься. Типа, если ты сидишь такой, блин, скучно, попухаем сейчас в хорошей компании. Называешься, к тебе вот хорошая компания приходит. Четыре мужика и баба. Вот сколько всего. Ну что, пойдемте? Искать приключений. Старый застречка там идет. Чао. Я поехал с этим в казино. Я подумала, что я буду ставить такой лайфхак. И? Мне повезло. Выиграла. $1,000,000! Мы богатые! Ой, стоп. Вот, и я мы... Я это подтверждаю. Я принципиально не играю в казино. Вот. Это все на улице деньги куплено. Вообще, Оля платит за нас везде в поездке. Ура! Ура! На интернет National Friendship. Cheers! Yeah, cheers for national friendships. Yes. And you know, Gerard Depardieu is Russian. Yeah. No. Я не понял. Gerard Depardieu русский. Yeah. It's true. Yeah. I've been eating with him lunch with Gerard Depardieu. Yeah. Lei ama Gerard Depardieu. Yeah. I'm an actor in Norway. What is your name? Miko. Miko! You know Arabic? Yeah. Oh, I should run a BB! Yeah. We should run around the ship and scream Arabic. Wala wala! I'm talking to some people up there. Hala 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 hala! Is that Arabic? That's Arabic? Hala 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 hala. Босяцкие видосы. Ну, а вот твои карточки. Так, пойдем.
Пойдемте босики. Стойте, босики, может быть сюда пойдем? Не-не-не, пойдем не, через весь зал. Мы пойдем через весь зал, чтобы всех шокировать. И что здесь смотри, нас говорят? Руссо, Руссо. Дот клон ден Руссо лет. Ну что, наверх? Нам по этой или по... Нам по этому надо наверх. Мы Малибу.